Здравия желаю, уважаемые телезрители, подписчики и посетители, и все люди планеты Земля. Продолжаем опыты, значит. Запустили гибрид. То есть гибрид работает, значит, на лампе, которая не потребляет тока из сети. Сейчас покажу. На нулевом, как видите. Ноль. Но освещает, правда, не ярко пока. Освещает комнату. И светит одновременно две работы у него полезны. Освещение комнаты. Правда, не ярко это вы видите. Ну, так видно все. Светит на солнечную панель. Панель вырабатывает небольшой ток. И запитывает вот эту лампу. Значит, в лампе 16 светодиодов. Вот такая схемка. Пока. Так как нету ни батареи, вот эти батареи, это я показывал сегодня, дохлые эти. Поэтому такая схемка. Но перспектива есть. То есть, еще раз, панель солнечная, лампа горит, значит, не потребляя тока, на пол накала пока. И горят 16 светодиодов, светильник на 16 светодиодов, вот она. Для дальнейшего увеличения мощности ожидаем аккумуляторы, будем наращивать. А чтобы нарастить на киловатты, как я вам говорил, уважаемые подписчики и посетители, нужно средство. Большое спасибо вам за внимание. Желаю вам всем крепкого здоровья, исполнения всех ваших желаний. Поздравляю с наступающим Новым годом, который будет для нас счастливым.